Боже, посмотрите, какое небо! Это невозможно не зафиксировать. Это просто потрясающе. Вот на море у нас всегда вот такое вот небо. А слышите, как море шумит? Слышите? А вон уже сирень вовсю. Белая сирень, у меня тоже сейчас белая сирень распускается. Какое небо! Вот там вот море. За вон зелеными крышами в ту сторону. Вот там море. И слышите? Шумит, сегодня оно шумит. Посмотрите, какая это красота сегодня. Я думала, думала. Успею, не успею, потому что я на улице работала. Думаю, надо же успеть показать. До этого было еще красивее. Но для того, чтобы показать, надо снять перчатки, помыть руки, побежать в дом, взять камеру и, в общем, пойти на второй этаж и вот это все поснимать. Но как не поделиться? Как не сделать вдох красоты? Слышно, наверное, да, как шумит море? Море-то рядом, 10 минут ходьбы. Спрашивают, какое море? Черное море. Вот такая красота. Сегодня вот такой закат нарисовал нам Господь. Ну, это такое, знаете, двухминутное созерцание, наслаждение, благословение. Заканчивается, дорогие мои, апрель. Все заканчивается, вот это цветение буйное, красота такая, все деревья цветут, такой шикарный розовый вечер, как в песне. Это невозможно не запечатлеть, просто невозможно. У меня здесь всегда очень красиво. Ну а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Огненное небо.